С вами снова Матвей Надым, и сегодня мы будем играть в игрушку, где нужно будет всякие штуки ложить, и мы будем их давить. В общем, покупаем какую-то уточку. Ага, и нам по 8 дают. И мы забираем эти деньги. Чё тут по кар? А, то есть само есть теперь. Бедные уточки. Ого. У нас такая, потом будет спортивка, а потом это. Типа симулятора, да? Спасибо. Кар. Нифига тут дорогие они. Теперь они будут нам побольше давать. Ну давайте давим эти уточек. Бедные уточки. Но это ради бабла. По плюс 15 дают. Что угодно. А что будет, если я прокачаю? Ого, тут потрещает. Что это такое, интересно? Почему я не могу прокачать, интересно? Мне узнать. Левел 3 у меня. И нас сейчас повысится левел. Есть. О, почти на максимум прокачал. Теперь по 43 дают. Это годно. Качаем. Эх, уточки вы наши, утки. Какие вы же бедные. Собираем. Жалко, что приходится вот так вот нажимать, чтобы забрать. Автоматически бы сделали. Вон какие. Что это там последнее будет? На. Заберем. О, мы можем какой-то... Блин, за 450 мы можем шарик купить. Давайте на шарик купим. Купим на шарик. 450 нужно. Так, 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 давай. Все. Какой-то покупаем шарик. Ничего, он тоже у нас будет появляться. Да. Ого, 135 дает. А не мало ли? Надо его прокачать. И вот. 84 нам дает. Не, ну шар по 200 дает. Да, все по 200 дает. Так, бегаем, прокачиваем шарик у нас. И уточку. По 265 нам дает теперь. У меня левел 5. Ого. Кар пойдем. Купим. Колеса побольше. Типа они что? Сильнее давят. Там внутри даже что-то шарик-то есть. Ну и ох, сколько бабла. Забираем. Шарик прокачиваем. Ну почти скоро уже. У нее 29 левел. Наверное, тут до 30 доходит. Или до 50 левела. Качаем эту. Да, тут до 50 она доходит.
На. Не, ну прикольный симулятор. Ну мы всего его не пройдем. Конечно, я буду снимать дальше видео продолжение по этому симулятору. Ну, 60 тысяч это много, а 15 тысяч потом на этот, так это вообще жесть полная. О, берем, нифига, у нас 3 тысячи уже. Ну и прокачиваем до максимума. А, не, не получилось. Ну, сейчас уже прокачаем до максимума уточку. Нашу благословенную уточку. Так, и что ты нам сколько будешь? 158, наверное, по 200 будет приносить. Нет, еще две прокачки осталось. Еще немножко. Так. И прокачиваем. А, у нас крабик появился. А сколько нам крабик дает? 348. Тут есть. Наверное, до левого 100 не докачивается. Не-не, вообще не побыстрее даже не стало. Так, ну пока что идем, идем, пацаны. Хорошо получается. А что это вот там? 890 это нам что, всего в лоб приходит, что ли? Это что это такое? Точно, я смотрела. Так. 5000 берем. Прокачиваем скорость. Так. Погнали прокачивать это, что это такое. Ой, сейчас нам молоко дадут. Ох, прикинь, сколько нам будут давать за его разлетание. Ой. Бедные игрушки. Ай. Я думаю, что там вроде что-то вылетает, что ли? А, так 60 тысяч это на изи, на каком сейчас? Это правда долго. О, за 4 тысячи я могу молочко купить. Просто. И что это такое? Ну, вот. А что это оно у меня тут раз не открылось? Верно, не максим. Фу, вы слышали этот звук? Гадость, правда? Фу. А где брызги? Плюс по 1000 она нам дает. Прикольно. Поспорю. Фу. Этот звук. О, хорошо. Зато хорошо, когда они... Что там по кару у нас? Побыстрее было. Типа дальность. Это сразу по 3 штуки у нас будут, да? Левел 3. Ну, по 3 штуки сразу будут. Никогда. Ну, где-нибудь. Видите, мы можем 60 тысяч накопить. А там на этот GPR 15 тысяч. А, это К. А это миллионы. То есть это нам долго очень копить. Я ошибся. Чуть. Сейчас.
пацаны, мы сейчас на паузу, я поем и будем продолжать. Ну после, пацаны, смотрите, когда я поел, посмотрите, сколько у меня бабла. Обалдеть. И то 102 тысячи. Обалденно. То есть я могу прокачать или купить. Куплю. Это мыло. Почему? Смотрите, мыло. А интересно, как оно будет? Ха. 3600? Да ладно. Ну, в общем, пацаны, будет продолжение. Будем продолжать. Так что всем удачи и всем пока.